Глава Чувашии провел рабочую встречу с членами Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа, председателем Госсовета Чувашии Валерием Филимоновым и председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым. Тема сотрудничества двух парламентов в законотворческой сфере одна из основных. Виктор Сазонов поделился некоторыми практиками. К примеру, в Самаре создали внутригородские муниципальные образования. Наделяем сейчас полномочия, все больше и больше передаем полномочий с города, значит, на органы местного самоуправления, на внутригородские муниципальные образования. Сейчас идет уже работа, работают, и мы видим, как активизировалось общественное мнение. Такие инициативы будут интересны и другим регионам, считают участники встречи. Также в ходе беседы обсудили ряд актуальных вопросов. Этот обмен лучшими практиками всегда помогает минимизировать ошибки, которые есть. И рассчитываю и на Валерия Николаевича, и на Виктора Федоровича, на вас, что вы вместе с нами, с губернатором Николаем Ивановичем, да, с народом практически двух регионов сделать все для того, чтобы повышать качество жизни и увеличивать, улучшать благосостояние наших людей. Это очень важно.